25 и 26 декабря в Апатитском молодежном центре Arctic Space развернется новогодний арт-базар. Это традиционная ярмарка, которую обычно проводят в библиотеке музея. Мастера из Кировска и Апатитов представят поделки, вещи, картины, украшения, сувениры, а также проведут мастер-классы. Выставка-продажа в этом году частично заменит новогоднюю карусель, которую отменили из-за пандемии. На арт-базаре каждый желающий может приобрести подарок для родных и друзей или сделать его своими руками. Есть и вязаные игрушечки, и какие-то совсем простенькие прихваточки, какие-то товары для дома. А есть совершенно уникальные вещи, картины из каменной крошки, картины из топляка. Изделия для арт-базара уже представлены в его группе в соцсети. Это работы 35 мастеров. Игрушки, керамика, новогодние украшения для интерьера, ключницы из топляка и многое-многое другое. 26 декабря состоится виниловая барахолка. Можно будет купить пластинки, обменять их или просто послушать. Гостей ждут мастер-классы, ароматный кофе и праздничная атмосфера.